Согласно плану, во второй из трех дней тренинга его участники под руководством специалистов мастерской социального кино переносили в видеоплоскость свои творческие идеи. Сначала ученики 9-й школы были слушателями лекции по противодействию торговле людьми, затем писали сценарии роликов на данную тему. Результатом труда должна стать социальная реклама. Тема в этом проекте – против торговли людьми. Для того, чтобы именно старшеклассники, молодые люди узнали, что это такое, что это за проблема. Люди выезжают на работу за рубеж и оказываются в очень сложных, неприятных ситуациях. Поэтому необходимо это, скажем, какую-то профилактические какие-то знания. И создание ролика помогает им включиться в эту тему. И в том числе они прокачиваются, учатся снимать видеоролики, навык как и дополнительный, который им пригодится в жизни. Юные обрещане в работу включились очень активно. Представители подрастающего поколения уверены, что такой опыт пригодится им в будущем. Тем более тем, кто планирует это самое будущее связать с кинематографом. Почему мы здесь? Наверное, потому что в будущем мы хотим связать свою жизнь вместе с кино или театром. То есть нас это заинтересовало, и мы хотим помочь решить, может быть, эту проблему и донести до людей что-то этим социальным роликом. Сегодня идет дождь, даже снег, и вообще на этой неделе обещали, что будет тепло, но, к сожалению, нам не повезло. Но, в принципе, нам это не мешает, потому что, тепло, теплая атмосфера. Очень хорошо. Брест не первый город, где была реализована данная инициатива. Подобные мероприятия уже прошли в Минске и Полоцке. В ближайшее время организаторы планируют посетить Витебск, Гродно и Могилев, а также некоторые районные центры. Всего в программе более 10 населенных пунктов. Видеоролики, созданные ребятами, затем будут размещены в сети интернет и доступны для общего просмотра.